Строительство уникального этнокомплекса «Парк дружбы народов» обсудили во время рабочей встречи губернатор Николай Иванович Меркушкин и почетный строитель России, председатель Союза народов Самарской области Ростислав Ярастович Хугаев. По замыслу создателей, посетители парка смогут узнать больше о культуре, быте и обычаях проживающих в регионе народов на 22 подворьях с национальным колоритом. Также на 12 гектарах в микрорайоне Волгарь расположится площадь для проведения праздников, ЗАГС, прогулочные дорожки и зоны семейного отдыха. Центром архитектурного ансамбля станет Дом национальностей с концертным и конференц-залами, помещениями для молодежных организаций и гостиничными номерами. Сейчас уже закончено возведение корпусов 7 национальных домов. Высаживаются деревья и кустарники, готовы приступить к строительству дороги, ведущей к комплексу. Я вам очень-очень лично благодарен и от Союза народов Самарской области. То, что сейчас там ведется работа, там улица Солженицына у нас идет, и как раз это дойдет до парка дружбы. И в этом году, соответственно, дорога будет. Масштабный этнокультурный комплекс должен стать новой визитной карточкой региона и местом притяжения жителей области и гостей чемпионата мира 2018. Это значимый объект. Этот объект в России стал первым, когда действительно... Поэтому даже потом на Евразии, значит, этот парк дружбы, его представляли, и там тоже стал первым вообще в Евразии. Поэтому это не только значимо для Самарской области, этот парк дружбы, а вообще-то для всей России.